Ну, вы же хотите вещи какие-то вынести. Просто, чтобы по женскому белью не ковыряться, возьмете с нами, подниметесь. Ого. А кто это к нам прямо в... Ничего себе, ребятушки. Ёлки-палки. Привет. Здравствуйте. Спасибо, ничего себе. Красоту. Ребята. Да. Ничего себе, наша Натали. Натали, ну вы нас балуете. Они распустятся. Ничего себе, спасибо огромное. А я вам сейчас пасочек дам. Здравствуйте. 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 Очень приятно. Привет. Привет. Пацаны, я сейчас вам привез. Ребята, это Коля. Сразу да. Сделаю коллаборацию. У него есть свой канал, который называется «Начальник Харькова». Мы с Коляном были соперниками по футболу, встречались в спортзале, а с пацанами вот тут и секции по боксу, с детства знакомы. Вот. И Коля также сейчас всю жизнь борется с несправедливостью. Да. А сейчас особенно смотрю ролики. Теперь мы вместе в одной команде против террористов. Да. Вот такой у нас футбол. Раздает, клуб. Кормит народ у себя на районе и не только, развозят. И у тебя тоже на районе. И у нас. Потому что украинцы нас ждем. Да. Пацаны, смотрите, вот это вот пасты. Вот. Здесь 50 штук я вам привез. Отлично. И привез вам хлеба. Два мешка. Да. Вот. А мы с вами потом все, то что надо. Гора привезет больше пасты. Я вам. Да. Окей. Я вам еще довезу. Да. Как у вас? Ничего. Посмотрел вчера ролик тоже. Тоже есть люди отмороженные, есть люди недовольные, аж обидно. Люди стараются, раздают. Это норма. Главное, что ты не видел сегодня ночной ролик. Что такое? Ну, его прокрутили по НТВ. По НТВ. Что и выпустили преступника. Зеленский выпустил преступника, блогера, общественного деятеля. Понял. Такую картинку по центральным каналам. Поэтому ты тоже преступник сейчас. Общайся с преступником. Автоматически. Автоматически. Вот такое видео пропаганда делает. Мои ребята, спортсмены, они все с Владимиром знакомы лично. Я им ремонтировал машины, когда они сюда пригоняли. Поэтому Владимир Зеленский смотрит наш канал. Вот и отлично. Он видит, чем люди занимаются. Конечно. Нет, Зеленского обвинили, то, что он меня выпустил. Понял? Он выпускает преступников, уголовников, им раздали оружие. И я нашел таких прибичников, как ты. Берегите себя. Да, все, спасибо большое. Пожалуйста. Давай мы сейчас, я два слова скажу. Заедьте нам в школу потом, как будет время. Рядом находимся. Сейчас я развезу по адресу. Короче, все. Да, он бросает. Мы снимем там видео. Наберешь меня, конечно. Все. Все. Конечно. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Давай. Ребятушки, вот такая вот команда. Тоже молодцы по всему. По всему городу помогают, своя развозка, спортсмены, бывших спортсменов не бывает, поэтому собрались ребята, которым не безразлична судьба Украины, это раз. Во-вторых, канал «Начальник Харькова», обязательно подпишитесь на этот канал и в самом крайнем ролике напишите, что вы на канале «От лавки удовольствий». Ребятушки, вы все знаете, будет какой-нибудь денечек в Харькове потише, когда будут не так сильно бомбить. Я вечерком проведу стрим. И среди тех, кто оставил под роликом комментарий «Лавка удовольствий», я разыграю приз. Давайте сделаем сувенирную продукцию «От лавки удовольствий». Могу разыграть чашку, брелок. Короче, все, что у меня есть от лавки удовольствия, разыграю. И кнопку, которую... Ну, монета, ребят, у нас же... Я вообще уже забыл про антиквариат, честно. Работа не позволяет, поэтому, ребятушки, и еще монета. Полтора или два маныка, какая у меня есть в наличии. А, у нас уже 250 было тысяч подписчиков, поэтому 2,5 маныка тоже есть. В общем, ребята, к кружке мы добавим еще монету. Все, держимся, работаем. На шестом. Все? Я. Донесешь за меня, хорошо? И тебя донесу. Нет. Еще чуть-чуть осталось. Я не подвязывал. Да не придуривайся, все нормально. Пошли. Ребята, просто дом, люди спокойно спали, и вот такая вот хрень прилетела. Я в шоке. У людей просто он
Одну квартиру всю побило. Все без окон. Я просто в шоке. Ребят, а вы кого обсуждаете? Сергея Анатольевича. Сергей Анатольевич, директора компании «Лампу». Можно я передам привет Сергею Анатольевичу? Подходите, передавайте. Сергей Анатольевич, можно? Да. Можно? Передаю привет Сергею Анатольевичу Маслову. Так. Сережка, тебе привет. Приезжай и не Виктору не заколачивать окна. Да. Да, ты же хотел. Ты да. хотел? Вот окна. Люди заколачивают, да. А ты нет. Мы всех приглашаем. Да. Всех приглашаем посетить наш замечательный, тихий, спокойный Северную Салтовку. Не хотим. Нет, у меня просто Салтовка. А, просто Салтовка. У меня просто Салтовка. Мы не хотим, мы поехали к себе. Я поняла. Сережа испугался. Давай, пока, Инна Викторовна. До свидания. Пока, спасибо. Вроде бодренькие идут. Такие веселые. Даже не уставшие. Ну, Лена, понятно, а Владик... А, не, все, Владик вроде подвспотел. Ну что, Лен? Все хорошо. А, Владичка, уставший или нет? Ну, счастливый. Счастливый? Да. Нормально? Девятый пойдешь? Можно 29. Давай. С праздником! Здесь хоть по одежде понаходили, все? Не понял. По одежде все ну, есть? Ну, то, что у вас взяли, вот это вот с Полтавы прислали. Ну, слава богу. Вот это гуманитарка тоже. Ну, вот слава богу. Вот это тоже с секонда. Я понял. Вы знаете, так и не ездили мы на свою Салту. Не ездили? Не. Ну, вы мой номер знаете, если надо будет, скажете, съездим, посмотрите, не. Если там ну, разрешат. Дочки... Она пока поднимется. Да, я помню, я помню. Значит, без дочки поедете, сами поедете. Ну, пацанов дам. Ну, вы же хотите вещи какие-то вынести? Просто, чтобы по женскому белью не ковыряться, возьмете с нами, подниметесь. Ого. Ну, да, вот. Хорошо, телефон у вас мой есть. Есть, все, есть. Удачи вам, с праздничком, давайте. Спасибо. Ребята, короче, походу я попал. Они сейчас будут на меня злиться. Потому что я их послал не в тот подъезд на 9 этаж. Это капец. Ребят, простите, пожалуйста. Я же обязательно покажу потом на YouTube-канале, какие у меня подписчики. Понял? Хорошо. Вот. Поэтому, чтобы всех подписывал, давай, заходи за пасочкой. Окей. Хочу показать, как происходит военный обед. А. Вот это вот золотая женщина. Мама, спасибо тебе. Вот, от всех нас, да. Готовит, кормит кучу бородатых мужиков. Вот. Да, очень вкусно кормит. Да? Да, очень вкусно. Вот, каждый день нам шкварит, варит. Нет, я покажу просто. Покажу просто, как это выглядит. Ребята, только сели, уже думали, все. День сегодня освободили, но мы опять в сборе. Только попрощались с Инной Викторовной, звонит, разбомбила квартиру. Летим с клеенками, со скотчами. Попробуем. Мы как бы рукожопые особо. Да? Узнал себя? На скотч можно. Узнал, про кого я? Ладно, летим. Ребята, только-только мы были здесь. Вы представляете? Только-только проведали Инну Викторовну. Это кошмар. Ну, кусочек пленки попросить, как на окно. На... Конечно. Несите нож, сейчас мы. Это просто ужас. Посмотрите, что творится. Прямо в угол дома. Я просто в шоке. Кошмар. А, весь дом, посмотрите, напротив. Весь дом залатывает дыры. Только-только. Только-только здесь были. Просто пиздец. Бедные люди. Я просто в шоке.
общем, люди собираются. Посмотрите, что творится. Батареи повыворачивало. Капец. Капец. Дружок, ты испугался? А? Кошмар. Кошмар просто. Ладно, там что, пожар? Горит? Андрей. Тут страшно. Тут страшно. Глянь, короче, заделали пленкой, как Маша. Маша. Вот, глянь, я тебе покажу. Вот сюда посмотри. Вот. А, вот. Вот. Нифига себе. Вот это было только что, я прямо просрал. Я как-то не чувствую. Ну страшно, ладно, давай дальше. Теперь у меня есть новый друг. Да? Мы 3 дня с ним назад попали тоже. Да вы что? Вот Кутузовский вот было попадание. А мы вышли только вот с этой. Ну вы даете. И тут как летит, и это, так собаку контузила. Да вы что? Она... Так ты вообще боевой пес, да? День ходил и трусил головой. Ничего, сейчас мы тебя отвезем к себе в убежище. Да? Поедешь с нами? И мы с ним вот сюда под этот крышу. Кошмар. Стекла, кошмар. Это только мы можем, ребята. Наехали на стекла возле подъезда. Теперь стоим. Стоим теперь за Пасху. Меняем. Санечка, все в порядке? Все шикарно. Отлично. Девочек пересадили к Васильджу. Поднимайте, блядь, дом. Самое интересное, елки-палки, опять начал бахать. Давай, валим. Ребята, финская еще пыль. Представляете? Вот такое интересное колесо. Его, наверное, ни разу никто не ставил. Рад? Вот, да, ого. Придет.